Всем здрасте. Это Катя, канал Bad Girl. Это игра Last of Us. Ой, да. Чтобы вы понимали. Я, значит, ждала, пока загрузятся шейдеры. Я заново лутала все тут, потому что... Очень странные сохранялки. Ну, вроде я все залутала, кстати. По-моему, да. Все, Билл нас позвал, можно идти, мне кажется. Так. Вроде все залутано было. Пойдем, Элли. Котеночек, пойдем. Так, пошли. Все, Элли, пошли. Да. Не оставляй дверь открытой. Ладно. Как будто они не откроют. Такие претензии странные. А, ну... Только не отставай. Ну, типа, да? Они не откроют? Тут есть патроны вообще? Один! Вот тогда мы берем ревик, конечно же. И как же я позволил втянуть себя в эту хрень? Не знаю, откуда у меня 35 FPS опять? Подождать. Он правда какой-то странный? Ну да. Можно я посмотрю? Там нет ничего нужного. Ну здрасте, я уже таблетку нашел. Спасибо. Записку нашел, понимаешь ли. Нет, говорит, ничего нужного. Я видел группу охотников в опасной близости от города. К счастью, зараженные их отогнали. Не забыть. Поставить больше предупреждающих знаков, пусть знают, что у нас все серьезно. Я так думаю, это, кстати, записки... Игра. Не шути. О! Записки самого Билла. Вот. Ну, 48 FPS живем. Киса? Ничего ты возмущаешься. Встал на дороге, смотри. Он туда не пускает. А тут что? Ничего. А я думал, что-то. Так. Тут тоже ничего. Ну-ка. Валится. Ходи, ходи, лутай, лутай. Туалет. В туалете даже куска мыла не завалялось, между прочим. Во что ты на этот раз влип? И где ты? Ой. Подрядился кое-что доставить. Что доставляешь? Протез, конечно, да. Да пошел ты. Нет? Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Я вообще знаю все. Хрена мы с ним связались. Куда мы идем, Билл? Не прям любят друг друга. Другое убежище. Там склад оружия. А мы не хотели чинить машину? Билл, слушай. Так, вы что там поругаться успели, пока тут лутаюсь? Я туда никогда не хожу, потому что там зараженные. Хватит ругаться. Уже поругаться успели, ты посмотри. Так, о. Октябрь 2013. Что происходит в углу картинки? Ты там нормально? Кусочек? Кусочек текстуры. Пойдем. Тут тебя нету ни хрена. Ищу, ищу. Элли! Не отставай. Пойдем. Тише, тише. Один внутри. Я давно собирался с этим разобраться. Не парься. Ты так и не ответил, куда подевалась Тесс. Я думал, вы... О, нифига себе. Она занята. Ну да, занята. А мне, Саш, кажется, что вы, голубки, того. Мы это видели. Может и так. Теперь и вы это видели. Ну вот, теперь сюда. Что-то тут ничего нет, не полутаться ничего. Опа-па. Опа-па-па-па-па-па. А я, надо сказать, помню. Слушай, а почему бы не починить эти машины? Ты юный гений? И как это я не догадался, что можно починить эти машины? Да ладно, не говнись. Шины прогнили, аккумуляторы сдохли. Не говнись. Все сказал. А что там творится под капотом, даже думать страшно. Аккумуляторы сейчас делают только военные. Ёб твою налево. Ловушки! Так, подожди. Ебать.
Ебать. Да какой лук-то, ёб твой налево! Ты посмотри, говорит, лук он берет в руки. Нормально, нет вообще лук в руки брать по дороге. Вот Джоэл дает, а. Еще раз проверь баррикады. Упустишь малейшую хрень, потом будешь расплачиваться. Ты все понимаешь. Лук берет, прикинь. Нужно взять все припасы со склада и оттащить к восточной изгороди. Сам собой. Снова. Да. Потом ты. Билл. Джоэл. Честно говоря, да, он странный. Куда? Меня знаете, что волнует? Лезем наверх. Знаете, что прям тревожит? Уровень игры высокий, да? Не реализм, конечно, но высокий. И он несложный. Ну и местечко ты себе выбрал. Ну, эти твари, конечно, мерзкие, но от них знаешь, чего ждать. Так, погоди. Обычные люди куда страшнее. Что-то вообще ничего не нужно. Что ты должен понимать. О чем он? Неважно. Мне не хватает. О, скорость лечения. Нормально. Пойдем. Думаешь, не откроют? Ну, ключа у них нет. Нужен ли им ключ? Куда нам? Пришли. Нам в погреб. Ну, очевидно. Куда же нам еще? Как не в погреб. Теперь сюда. Ну, пришли. Чтоб ничего не трогало. А ты дверь закрой. Выбирай. Не-а. Но мне пушка нужна. Еще чего? Джоэл, я умею стрелять. Нет. Все. Стой здесь. Ладно. Буду просто ждать, пока меня убьют. Сдается мне, это худшая работа, за какую ты брался. Есть такое. И как же ну ты вот... сдала себя на это уговорить? Это ее идея. Правда? Блин, она расскажет или нет? Значит, баба не так умна, как мне казалось. Ну, хер с ней. Отведи ты эту девку туда, откуда взял. Ее нельзя отвезти назад. Тогда брось, пусть сама добирается. Ты что, с ума сошел? Расскажу тебе историю. Ну-ка. Жил-был человек, о котором я заботился. Фрэнк. Типа партнер. И я носился с ним. Тот самый партнер. Но в нашей жизни это все ведет к одному. К могиле. Что я сделал? Что да ты сделал? Помню. Ну-ка. И научился думать о себе. Просто Фрэнк от тебя ушел. Билл, это все не так. Хрен там. Все так и есть. Эй! Что я тебе сказал на лестнице? Что сказал? Да я тут просто... стопку поправил. Не смей трогать! Хватит на нее орать! Вот! Правильно. Помяни мое слово. Будешь с ней нянчиться, это выйдет Билл, тебе боком. Давай просто закончим это дело. Такой уставший. Держи. Вот дробаш. Давай закончим. Мне дали дробаш. Помповый дробовик. Сначала я хочу тебе кое-что показать. Покажу. Что это? Моя новая игрушка. Ну? Ну-ка. Это бомба с гвоздями. Осторожно, с ней шутки плохи. Если рванет, то разнесет в клочья все вокруг. Дробовики и бомбы у нас есть, только нахрена они? Угу. Время от времени через город проезжают военные. Ищут припасы и снаряжение. Так, но не видят да. даже того, что под носом. Короче, несколько месяцев назад они тут проезжали, и на них напала толпа зараженных. Набросились на грузовик. Он врезался в стену школы. Ой. Аккумулятор еще там. Значит, берем батарею и ставим в машину. Бинго! Я хотел его добыть, но там слишком много зараженных. Ну да к черту. Джоэлу нужна тачка.
А если она дохлая? Эта машина как танк. Аккумулятор. А где ребенок? Может и получится. А во! Ты что, там книжку читаешь? Комиксы смотришь? Интересный? Ладно. Ну, соплячка, если что-то пропало... Да не нужно мне твое барахло. Расслабься. Джоэл, ты за ней следишь вообще? Слежу, слежу. Трогай, трогай тут все. Все комиксы твои. А, не-не-не, подожди, у меня там верстак. Подожди, куда пошел? Я-то думала, нам не наверх. А куда нам, с другой стороны, тоже гений, да? Если не наверх, то куда? Правильно? Ух ты, ё-моё. Инструменты открывают Джоэл доступ к новым модификациям оружия на верстаках. Ага. Ага. Так. Так. Чё по верстаку, кстати? Ну-ка, раз есть. Так, вот хорошее место. Так, раз есть, надо осмотреть, получается. Кобура для длинноствольного оружия. А сколько надо? А подробнее. Она типа есть у нас? Ой. Ага. Тихо-тихо, магия пошла. Ничего не поняла. Что сделал вообще? Чуть-чуть там поковырял что-то в рюкзаке. А, хомутки сделал. Угу. Так. А что, вот это можно? Ха-ха, ничего не осталось. Нафига мне кобуру? Нафига она мне? Скорость перезарядки, емкость, скорострельность. Ой, зря. Этим пистолетом практически не пользуюсь. Ну, хорош только этих убивать. Как они называются? Обычные бегуны, которые. Как я понял. Ой, не туда. Ай! Таю! Тай! Таю! Тай! Ай! Да. Перепутала. Ну вот эта вещь, это, конечно, вещь. Эта вещь, это вещь. Что-то там поковырял, что-то там сделал, куда-то там засунул что-то. Ай. Мастер, ломастер. Револьвер, это вещь. Все? Ну все, у меня больше ничего нет. Столько инструментов нет. Другое дело. Да. Ничего не поменялось. Что-то сам там подзарядил. Так, ну все, пошли. Я готов. Я все сделал. Возможно, это нас спасет, возможно, нет. Healthy man. Понятно? Ну-ка. Hardman. А потом они говорят, смотрят, когда сериал, говорят, да в игре такого не было, да бил у нас традиционный. Ага, да. Угу. Кто-то просто внимательно играл. Я не играла, я смотрела до этого. И то знаю. Неплохо устроился. Если хочешь исповедаться, то самое время. Хочу. Исповедуюсь. Значит, я, Джоэл. О, заточка, заточка, это хорошо. Взял ребенка. Ну вперед с песней. Пойдем. Мы через окно пойдем? Еще нормального пути нет? Слышишь? Элли, давай. Мы на могилу идем куда-то? Вон.
Школа там. Так. Господи, сейчас узнаем. Мы же в школу идем. 1 сентября. Дворник жжет листву. Серым облакам наплевать на нас. Если хочешь так жить, живи. О! Вот блин. Шашлык? Пошли. Тебе не стоит на это смотреть. Это шашлык, Джоэл. И не такое видала. Видишь, у нас ребенок непуганный вообще. Так хрен ли стояли? Подожди. Дай посмотреть. Чисто интересно. Бабочки летают. Боже мой, бабочки летают. Боже ты мой! Чего ты, господи, в текстурах потерялась бабочка. Бабочки летают. Билл, ты видал? Элли, видала? Там бабочки летали. Пойдем. Сюда? За этими воротами я еще не бывал. Я понял. Опа. Ёб твою налево. Вы это слышали? Ни звука. Еще как слышали. Ёб твою налево. Вот это весело, конечно. Тише. Ух, их там сколько. Ага. Ой. Мне кажется, рано. Нет, тише. Сейчас придумаем. Подожди. Смотри. Горят. Ой, как хорошо горят. Господи. Мощно. Дробовик — это мощь. Ой, не туда. А все. По-моему, с той стороны. Ты дурак, что ли? Кнопку перепутала. Они внизу. Ага, ходит. Как будто кого-то знает, да? Тс. Не шуметь. Ой, ты, господи. Есть проблема. Мне нужен тот, который рядом ходит, чтобы он тут ходил. Не кинуть него нечем. Опа-па-па-па.
Упа-па-па-па-па-па! Вот, такой стелс получается. О. Да ёпта, ты-то откуда? Ёпта, вы налево. Вот вас откуда столько их берут, а? Иди сюда. Вот, значит, такие у нас вот стелсовые дела идут великолепно. Так не говоришь, там еще кто-то есть? Так, три? Всего три? Пацаны, что-то с вас так мало. Да хватит драться. Ага, камушек. Там как будто за стеной кто-то есть. Да ёб твою налево. Бля, чё по звуку? Вроде всё. Отлично. Мы ещё не прошли. Потому что я стреляю хорошо, между прочим. Ты взял? Блин, чё-то прям это... И картинка начала лагать, и звук. Тихо. Эй! Ластуха, не дури! Стой! У меня ключ от ворот. Я тебя поздравляю с этим. У меня проблема с... Герой. Совет свой себе посоветуй, понял? А что такое, палка? Не, не надо заменить. Так, я вроде собрал оружие. Оружие я вроде собрала. Да что ты, игра, тормозишь, не тормози. Ой. Тише. Ты чё орёшь-то? Убей его! Бля, пиздец. Ты чё, дура? Вообще, что ли, охренел? У меня из-за того, что игра лагает, всё. Начинается, блядь, проблема. Блядь, там щелкуны ещё.
Эли. Заблокала меня. Так, все плохо. Игра тормозит. Я торможу. Все тормозят. Да значит, смотри. И там ходят, да? Вроде понял. А можно вот все оружие никакое не попало? Твари. Они все там ходят. Главное, молотов не изготовишь. Там вот бегуны есть, посмотри. А в смысле, блядь? Еще кто-то остался? Где? Я зайти не могу. Да ёлки-пал, сколько вас там? А у меня ведь столько оружия нет. Ля-ля-ля. Плохо! Ой-ой-ой. Игра еще дровишки ждет. Новые, а у меня пока не вышли. Ты не врал, их тут толпы. Ай-яй-яй. Звук отстает. Мое. Нормально. Главное понять, что делать. С этого ничего и не выпало, прикинь. Я сейчас не поняла что-то. Да что такое? Так, эти там. Выйди. Да ну выйди из режима слуха. Что делает, а? Мало ли что тут есть, интересно же. То есть ты хочешь сказать, в доме кто-то есть? Ты... Зачем она холодильник открыла? Бля, игра, конечно, подтормаживает. Прям жестко. Слушай, я вот так на слух вообще не понимаю, честно говоря, где они. Да. Как будто сзади кто-то есть, да? О. Пётр Мрозик. Допустим. Второй этаж закрыт. Тут ничего нет? Тут ничего нет. Опа. Да зайди ты в этот режим нормально. Да ёб твою налево!
Ужас какой-то. Так, они все тут, да? Ага. Вот опять, как будто здесь где-то. Слева. Как слева? Это ты туда пошел? Это там слева. А я как будто где-то еще вижу. А вон они. Ну-ка. О, всполошились. Ты посмотри. Там бегун есть. Это плохо. Там прям бегун есть, смотри. Так, тут щелкун. Слева это где, Билл? Слева кто? Да зайди ты в этот режим! Да что такое? Так там же нет слева никого. Вон там двое ходят. Вопрос, где бегун, конечно. Я потому что слышу, что бегун есть. Ты говоришь слева, но там нет. Блять, я из-за подвисов не могу, прикинь. Ты где она? Ох ты, сука. Я помогла бы отбиваться. Заткнись, помалкивай. Ну, вообще, да. Она права. Игра, конечно, прям подвисает. Прям, да. Нет? Подожди, тут где-то наверху должен быть труп этого. Да не зависай, игра, я тебя умоляю. Во. Живем. Надо, знаете, что прокачивать? Играй, я тебя умоляю, не зависай. Прям не зависай, не зависай. Ще немножко, ще чуть-чуть. Я отпущу тебя отдыхать, комп. О, стрелы! Абсолютно бесполезная ерунда. Как он медленно их собирает. Так, подожди, а мы куда? Понял. Значит, отсюда, да, проходим? Ты это видел? А!
Что это, кусок оторванной стены, что? Сюда. Не сюда. С той стороны привязано. Не сюда. Может, тут пролезем? Где? Собачья дверца? Джоэл, как раз для тебя. Вы, между прочим, ржете? Только очень осторожно. Ладно. А я не ржу. Зря ты не дал ей пушку. Я тебя понял. Внутри дома тоже есть щелкуны. Ёб твою налево. Ой, господи. Черт. Нас пока не заметили. Прыгнись. Тише. Знаешь, что меня расстраивает? Вот ты смотришь и не знаешь. А вот надо знать. Меня расстраивает то, что игра подвисает. Вот. Смотри, чисто теоретически, я сейчас, если просканирую местность... Так, там еще один есть щелкун. Я могу, по идее, скорее всего, обеспечить чистое убийство. Не, не могу. Вот это нихера себе. Ебать! Бля, ребят, тут пиздец. Далеко. Зависший герой. Действуем быстро. Заходим, хватаем аккумулятор, валим нахрен. Не хочу там застрять. Идея ясная. Не, просто зависший игрой реально тяжело. Понимаешь? Ну, бомба, конечно, прикольная. Так, это лут. Игра, хватит зависать, я тебя умоляю. Как они, блин, нахрен оптимизировали порт на ПК? Это невозможно. Вообще никак, блин. У меня не самый дохлый компьютер. Ужас. Они, главное, патчи выпускают. Они ничего не помогают вообще абсолютно. О, фикус. Что-то нашел. Что нашел? Патрончики. О, бинт. Блядь. Ведь еще ведь и этот сожрет качество. YouTube. Вообще, кстати. Залезайте. Надо перебраться через фургон. Да подожди. Там дальше чисто. Живей, живей. А ты где? А? Господи, как зависает игра, ну это ужасно. Звук зависает. Кто ее тут оставил? У тебя есть друзья? Нет. Че стоишь? Но я знаю, кто мог бы тут пройти. Кто? Школа за этим домом. Фрэнк? Идем внутрь. Давай, Элли. Бля, просто упал. Так, это знаешь что? Отойди. Сейчас будет лут. Дробаш, кстати, тема. Ничего тут нет. Ой, мячик баскетбольный. Чё, ты хочешь сказать? Бля, звук тормозит. Вот это меня больше всего бесит. Ладно.
Ладно, картинка, я еще ориентируюсь. Но типа звук. Сириусли. Господи, от одного внешнего вида тараканов мне уже плохо. Даже в игре. Так, у этих была собачка. Плазма какая огромная была, ты посмотри. Вроде никого. 2013 год. Надолго. Проклятые твари. Ну, второй этаж. Не укусили? Нет, меня нет. Все нормально, пошли. О-о-о. Куда я сейчас пойду, блин? Тут плута. Мерено-немерено. Так, ничего нет? Опа. Можно тебя отвлечь на секунду? Сейчас, подожди секунду. 4 октября школу закрыли насовсем. Хоть какая-то польза от этой эпидемии. Хватит с меня уроков и домашних заданий. 5 октября. Мама с папой ссорятся. Не знаю, как им это удается, но они кричат друг на друга шепотом. Мама хочет уехать к сестре, а папа говорит, что здесь безопаснее. И что эпидемия сюда не доберется. 6 октября. Папа ругал меня за то, что я слушал радио. Мол, в новостях сплошное вранье. Мама с ним согласилась и сделала храброе лицо, но я все равно вижу, что она боится. И папа боится. 7 октября. Похоже, папа расстроился из-за вчерашнего. Ой. Он даже не ругался, что гаджет спал в моей постели. Гаджет — это, видимо, собака. Зашел, погладил гаджета, вздохнул и вышел. Я никогда его таким не видел. 10 октября. Папа всю ночь успокаивал... Куда? Маму? Тетя Карен умерла. Я так расслышал. За завтраком они молчали и делали вид, что ничего не случилось. Я им подыграл. 15 октября. К папе подошел офицер Джонс. Они о чем-то шептались. Сейчас все только делают, что и шепчутся. Потом папа сказал, что мы уедем из города в новый дом. Что военные будут нас защищать, и что я могу взять с собой только одну сумку. Простите, воздуха не хватает. Мама в ужасе. 16 октября. Там, куда мы едем, с собаками нельзя. Мы отвезли гаджеты на окраину города. Я снял с него ошейник и отпустил. На обратном пути папа подтвердил, что с ним все будет в порядке. Звериные инстинкты помогут ему выжить. Как же. 17 октября. Пора ехать. Папа говорит, что мы скоро вернемся. Врет он все. Блин, на самом деле гаджета жалко. По-моему, гаджету конец. По-моему, его там либо съели, либо он превратился в зомби-собаку. Мальчишка такой жил. Интересно. Интересный дом. Что нашла? Это уже попорылась уже, посмотри. Это мое. Так, тут вроде ничего нет. Все, пошли вниз. Я все посмотрела. Подожди. Да. Ну что? Полутаться не даешь. Ёлки-палки. Элли? Так, все вроде. Тут еще, тут еще посмотреть надо. Помоги открыть. Вот нахера мне эти стрелы, вы скажи. Стрел целый колчан, блин. Нафиг никому не надо. Что я говорил? Вам грузовик торчит из стены школы. Пошли. Куда? Ты куда мне предлагаешь идти? Так что не шумите. Еще один помповый дробовик. Или типа... Гениально. Куда ты идешь? Ну, он не стоит, да, на месте? Пиздец. А не оружие. Вот так. Ребята, что делать будем? Бля, как близко. Нам бы Молотова. Мне нечего его делать.
Смотри, чисто теоретически мы их сейчас всех можем перебить, но не сможем. Ушли? Блин, а вот смогли бы, между прочим. Потому что я не знаю, как иначе это делать. Вот как? Бел, ну тебя, конечно, не видно. Да. Ой, жопка. Бля, ну это невозможно. Пиздец. Сука, все мимо. Нет, ну, блядь, это пиздец. Она даже не попала ни разу. Слушай, я не знаю, что делать. На самом деле. Пиздец. Хорошо, дробовик хорош в ближнем бою. Правильно? Да ну это пиздец. Это, ну... Ну все, блядь. Бежим нахуй. Бежим. Бегом, не останавливаемся. Бля, заебись, а куда? Заебись весело, конечно. Бежим нахуй. Так, они все за мной бегут, кстати. А я на грузовик смогу прыгнуть? Ты посмотри. О, бля. Ебать. Камеру поправила зато. Так что ж с ними делать-то? Смотри, грузовик за той стеной. Нам туда надо, правильно? Ну, да? Потому что, ну, тут можно бесконечно стоять. Главное, никаких бомб вообще, ты прикинь. Вообще, я все потратила, получается. Мы сможем на школьный автобус забраться? Так, тихо, сейчас буду пробовать. Опа, тупик. Да, блядь! Эля, спасибо. Бежим. Эля, бегом! Бегом! Сколько тут этих тварей? Блядь! А чё-то куда-то не туда, да? Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Так, а как же туда? Да это понятно, что противник... Нам на автобус, что ли, надо? Я понять не могу.
Так, у меня есть один кирпич. Самое гениальное, что можно было придумать. Вы все сюда бежите? Так, ну если вы все сюда, то мы все туда. Бля, не сюда. А куда ж, куда, куда? Грузовик за той стеной. Не сюда. Да и не сюда вообще. О, понял. Ебать приколы. Ебать приколы, посмотри, как весело. Налево. Пошел нафиг! Ой, я упал. У меня что, один патрон? Вот это прикол. Вот это веселуха. А ты что, один остался? Ибо дурачок. Думал, будет сложнее. Ты что, издеваешься? Где-то еще засели. Хватит действовать наобум. Как туда попасть? Думал он, блядь. На крыше автобуса лестница. Подсадите, я могу... Фу ты, господи! А я-то думала. Сейчас, подожди, я полутаюсь сначала. Там, кстати, у дураков явно что-то выпало. Во, видишь, как хорошо. Нет, ну это было потненько. Даже сказала, очень потненько. Так, что-то выпало, смотри. Да хватит за мной ходить. Ходит за мной, ходит. Моё? Моё. Хоть оружие есть. А тут все ужас какой-то просто. Так, ну ладно. Так, а там сзади никого нет? Сбоку. Не, не падало. Не, ну это тема, кстати, что надо по автобусам, ну, прыгать. Потому что как иначе? Ой. Да, лук, конечно, это вообще. Вот если в резиденте арбалет это имба, особенно с минами прикрепляемыми, то здесь это, конечно, ужас. Я, кстати, дубина сломалась. Это грустно. Только не дай себя убить. Вот спасибо. Эй. Эй. А! Вы то есть сбоку решили залезть, а мне кто-то об этом скажет? Хорошо. Теперь нужно добраться до кузова. Ты хочешь сказать, что там... Черт, слышишь? Они идут! Быстрее, малявка! Да. План такой! Заходим, хватаем аккумулятор и уматываем отсюда! Жесть! Дверь заперты! Забор. Вперед, вперед, вперед! Можно побыстрее? Там щелкун! Давай! Ой, господи, ты, боже мой. Это не поможет. Билл, скорее. Толкай. Ну, да скоро там. Сходили за аккумулятором. Что?
ни хрена нет. Народ! Куда теперь? Фил, куда? Подальше отсюда. Живо, уносим ноги. Малыш, малыш, сам с ним. Я полагаю, надо бежать. Давайте. Через черный ход. Вы двое. За мной. Я выведу вас отсюда. Пожалуйста. А ей похуй, да? Я вижу, что справа. Мне просто интересно. Ей вообще все равно? Мария, ей вообще все равно. Окей. Пистолет, говорю. А что такие эти? Ау. Не, подожди. Ой, блядь, пизду. Режем через аудиторию. Эй, а кто-то хочет мне мои стрелы отдать? Или, ну его нахрен. Ну, спасибо, хоть одну стрелу отдали. Срежем через аудиторию, ты сказал? Так, это мое все. Не, подожди. Что-то видела я. Нет? Не мое? У меня аптечек нет, вот беда. Опа. Тут можно пройти. Прорваться помимо этих. Да не страшно. Да что ты будешь делать, а? Все, у меня патронов нет. Что ты будешь делать? Че? Это все. Да все, там может и все. Только у меня опять же патронов нет. Я отец, слышу, о чем я тебе говорю? Все да не все, как говорится. Ебать. Похоже, через коридор можно пройти. Идут. Дай. Наконец, что-то полезное выдай. Да уж. Это тебе не сериал смотреть. Кстати, я вот эти шкафчики вообще не открываю. Там тоже что-то может быть, между прочим. Помоги открыть. А эй, камера у меня вниз падает. Ты посмотри. Вниз она упала. Ты посмотри. Не падай. Давай. Черт. Сейчас набегут. Подопрем двери. Да. Долго не выдержит. Это не к добру. Блядь, только не топляк. О, нет. Это что за хрень? Это... Чего?
Элли, прячься! Разберусь. Да какой, блядь, лук? Да выстрели ты в него! Блять, дурак. Надо залезть наверх. Сидели, сколько вокруг зараженные. Да ёбаный в рот. Блять, вот только тебя не хватало, сука. Блять, еще вот этих вот, посмотри. Камера, 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 стой на месте, стой, не падай. Все хорошо, не падай. Я не знал, что он рядом. Ты что, дурак, что ли? Посмотри, что делала. О, я побежала отсюда. Смотри, две крысы бегут, ты посмотри. Да блять, сука! Делать будешь, топляк, топляк, сука, ну сука. Я побежала. Да блять! Я, кстати, побежала. Кстати, все, кранты. Нихуя он стартует, конечно. Ой, вот это я сейчас мясо просто... Вот это я зря. Да не ходи ты за мной. Может ее убить, нет? Ой-ой-ой! Я застряла. Ой, ты дурачок, кстати. Ой, сейчас мешок полетит. Ой-ой-ой. Билл, есть некая проблема? У меня патронов нет.
Ну просто да, если да, то да. Да ладно, умер. Все. Господи, почему он такой раздутый? Давно болеет. Вот и разнесло, как утопленника. Угу. А, потому и топляк, ясно. Угу. Не хочу прерывать ваш урок биологии. Но давайте свалим отсюда. Нахер. Ты вообще-то ты нас сюда привел. Слышишь? Свалить у нас. Рал, сейчас чихну. Да подожди ты. Ладно, вроде нет ничего. Лезем наверх. Ага. У меня жизни вообще нет. Лезем, лезем. Джоэл, сзади! Э! Твою мать! Да, блядь, ну вот опять. Я понял, вижу! Кого? Ой, кстати. Ты стреляй, стреляй! Ненавижу эту пакость! С ними все, залезай! Быстро! Прям двоих, прикинь. Подтяни! Двоих одним все. Ударом. Ух, нифига, нифига! FPS как полетело. Ёб твою налево. У меня уже просто жизни нет. Ещё одна лестница. Ну лезь. Беги, беги, я за тобой. Смотри. Бля. Как обидно. Слышишь, как обидно? А я что сделал? У меня жизни нет. Еще одна лестница. Собака. Беги, беги, я за тобой. Скорее. Дай. Ой, 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 ой. Угу, сейчас ты угадала. Смотри, хитрожопая какая. А чё с вас ничего не падает? Хоть бы хилку кто дал. У меня уже ни жизни, ничего. Я уже по лестнице прыгать не могу. Внутрь, живо! Билл чисто засейвился такой. Лесенку убрал, нормально. Да уж, лучше некуда. Чего? Так, ладно, я пойду осмотрю дом. Билл. Ничего не выйдет. Все барахло украли. Да? И какой у нас план Б? Никакого. Радуйся, что ты вообще еще дышишь. Это и есть план А, Б, В и даже Г. И вот что. Пусть Тесс берет свою девку. Про Тесс вообще молчи. Заткнись, понял? Боже. Это что, твой знакомый? Фрэнк. Что за Фрэнк? Мой партнер. Вот так вот. Только этот дурак мог носить такую рубашку. У него укусы. Вот. И... Он явно не хотел превратиться, но и... А я не хотел. Грустно. Да к черту. Полюбуйся. Даже бензин есть. Мой аккумулятор. Это Фрэнк и был. Вот ублюдок. Угу. Свалить хотел от тебя. Вылезай. Вылезай. Ладно, садись. Можно здесь паузу сделать?
Аккумулятор сел. Но элементы живы. То есть? То есть подтолкнем, заведем, и тогда аккумулятор зарядится. Ты уверен? Ну ты же хотел. Или мы доиграем эпизод. Вот так, он, пожалуйста. Во. Что делаем? Ты рулишь, мы толкаем. Ну вот так, нормально. Слушай, это тоже мое барахло. Как бы да. У тебя грабан. Ты что, решил меня обокрасть и смыться? Да. Так что ли, Фрэнк? Да. Можешь обыскать дом. Кстати, давно? Давно висит, это кстати. Мысль. Так, если нам дают такое время, то мы, в принципе, я думаю, сохранимся. Дай знать, когда будешь готов. И продолжим в следующий раз. Спасибо вам, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, будет приятно. А мне-то как приятно, что у вас туха идет. Пусть грехом пополам, но идет. Все, всем пока, целую, обнимаю.